Добрый день. Продолжаем рассматривать новинки. Это Magic Tower, как написано на коробочке, или Hollow Tower, или Void Pyraminx. Названий несколько, но на коробочке Magic Tower. Такое название имеет вот эта головоломка, на основе которой сделана и вот эта. Производитель Sengso. Коробочка красивая, уникальная. Все здесь видно. Строение, внешний вид. Инструкция. В инструкции, как и в зеркальной пирамидке, все сначала по-китайски, потом по-английски. И инструкция непосредственно для Void пирамидки. А здесь написано Void Magic Tower. На зеркальной было Mirror Magic Tower. Извлекаем саму пирамидку. Вот она такая. Что мы видим? Внешне это пирамидка размером с обычную пирамидку, ну чуть больше. В ней нет центров, как у оригинальной головоломки. А что же в ней тогда интересного? Да, ее можно пронзить насквозь ручкой или пальцем. Это забавно. Так любили делать на обычном Void кубике. Напомню, что Void кубик по сравнению с обычным 3x3 из-за отсутствия центров получал дополнительный псевдопаритет, где надо было ребра по часовой стрелке переставлять, либо два менять местами, что невозможно на обычной трешке. Ну и из-за своего бескрестовинного строения Void вращается похуже. Void Pyraminx тоже вращается хуже, чем обычная пирамидка и обычный Magic Tower. Здесь полностью отсутствует резко углов, по очевидным причинам. Строение такое, крестовины нет. На черном пластике, если что-то видно на камере, так оно выглядит. В чем же особенность? Magic Tower, и подобные Corner Master Morphix, Dolomo Cube, Triangle Pyraminx, однотипные головоломки, чем отличается от обычной пирамидки? Тем, что отсутствует поворот маленького уголка, и то, что на месте пустоты появился центр. Это все отличия Magic Tower от обычной пирамидки. Что же здесь? Мы видим тот же самый Magic Tower, но центр, который добавлял этап сборки, здесь пропал. А значит, это обычная пирамидка, у которой отсутствует вот такое вращение уголка, и которая плохо крутится. Это ли не чудо? Здесь я не встретил никаких псевдопаритетов, да и откуда им взяться. Это же пирамидка. Так что перемешиваем и собираем. Вот так вот она подлокапливает. Не отвратительно крутится, терпимо. Но это же бескрестовинная головоломка. Интерес она исключительно коллекционный представляет. Собираться будет как самая базовая модель, только без уголочков. А значит, ориентируем 3, допустим, красных угла. Ставим между ними ребра соответствующих цветов. Вот зелено-красное сюда. В 3 движения. Желто-красное. И сине-красное. Здесь получился скип, а так может быть любая из 5 ситуаций, которая бывает на обычной пирамидке. Давайте что-нибудь смоделируем для интереса. К примеру, двойной флип. И решим. Получаем обычную пирамидку, которой не надо вращать уголки и которую трудно крутить. Чисто эстетическое удовольствие. Посмотреть на нее можно, держать вот так, привязывать к чему-то, наверное, интересно. Напишите в комментариях, какое можно применение такой головоломки найти. Сложности в сборке нет никакой. Немножко, конечно, разочаровывает, но стоит эта пирамидка недорого, поэтому для коллекции можно приобрести все-таки пирамидка Void без крестовины.
продаже можно найти старую головоломку DS Cube без центров, а пирамидок я ранее не встречал. Ну, этим головоломка и хороша. Покупать или нет, решайте сами. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.